Всем привет, это Иван, канал Техтул, канал посвящен сварке неплавящихся электродов в среде защитного газа. И вы просили вам какой-нибудь прям такой гомнистый сплав, пористый. Вот вам сварка крышки передней с двигателя МАН в год выпуска 1974. Он работал и на воде, и на кислоте, и на всякое-всякое, на все, что можно. И на антифризе кислотном, на все. И мы еще усложним задачу. Сваривать буду не я, сваривать будет мой ученик, который держит горелку неделю в руках. И я думаю, это будет показательное видео, почему сварок мне нравится. И как бы, чтобы потом люди не говорили, я вам скажу так, повторите вот это. Просто работа ученика. Поехали. Перед тем, как начать сваривать, металл нужно подготовить, обязательно подготовить, убрать все вообще включения, все поры вообще, вот где он прогнивал, фрезами, не фрезами, болгарками, мы выбираем все, то есть как выбирает Игорь, я смотрю. Потом мы настраиваем сварочный аппарат. Сварить мы будем на ProTech 315. Почему? Потому что болванка достаточно большая толщины. И неохота, честно говоря, делать предварительный подогрев. Вот так можно было сделать и на реале. Без проблем. Нужно было подогреть деталь по где-то 260-270 градусов. И можно было бы сваривать 200-кой. Вот, но у нас нет времени, чтобы подогревать. Мы будем сварить на 315. А сейчас мы настраиваем сварочный аппарат. И начинаем делать первые швы. Первые швы будет подниматься вся грязь, а за место нее будет происходить заполнение алюминием. Присадка будет 40-43. Настраивай. Так, начнем. Значит, у нас переменка. Угу. Форму волны делаем синусоиду. Далее. Почему синусоиду? Почему синусоиду? Потому что говно в сплаве поднимается, да. в ней проще. Да. Всякий пористый алюминий лучше варить на синусоиде. Дальше поехали. Если есть такая возможность. Ну да. Дальше поехали. Так, что у нас тут первым делом? Так. Силток. Ток. Выставил максимум. Мы работаем на педали. 300, да? 300-315, да? О. Да. Далее у нас идет. Нет. Так. Нажми. Переводи. Нет. А. Не. Нажал, да. Перешел. Так, газ до. Газ по. Это постгаз. Да. Последний в циклограмме идет постгаз. Сделаем 7 секунд. 7 много, лучше 5. 5 секунд. Почему так много газа? Чтобы лучше остужать нас ванну получается. Вольфрам. Вольфрам, да. После сварки. Да. То, что 3,2 вольфрам будет очень сильно нагреваться. Да. Идем дальше. Самое интересное. Частота. Так, частота. Частоту ставим 50. Нет, нажми. Так вот. Почему 50? 50. Лучше дуга, больше прогрев и больше пор, да, открываться, и все. Правильно. Вся нечисть из алюминия будет выходить. Правильно? Да. Так, погнали дальше. Так, частоту настроили. Баланс. Так, баланс сделаем 35. Нажми? Да. Почему 35? Тоже, опять же, чтобы все из пор у нас выходило. Ты чуть-чуть не прав. Сделай баланс 37, да? Чтобы снять нагрузку с вольфрамового электрода, но получить зачистку хорошую. Ну, хорошую. То есть зачистку. Ниже 35 мы опускаться не будем. Да. И все. Газа будет у нас 13 литров, сопло номер 7, 3,2 вольфрам, ВЛ-20, сварок. ProTech 315. Сваривать буду не я, а человек, который держит неделю горелку. Перехватить. Аккуратнее, давай. Теперь.
Вот мы сделали первый шов, шов-подложка так называемый. Как бы мы выжгли всю грязь, потом мы ее чуть-чуть подчищаем щеткой. Где-то нужно мы убираем фрезой все, ну, что оксиды все вот эти грязные поднялись. Вот, и дальше уже сварим чистовые швы красивые. Ну, вот такое получилось небольшое видео, ребят. Я надеюсь, вам очень понравилось. Много кто просил сварку гамнистого пористого силумина. Вот вам она. Вот. В исполнении Игоря, ученика. Ссылочку на его инсту я, наверное, оставлю внизу. Может быть, кто-то с Москвы, кто-то хочет с ним пописаться, как что, что вообще на обучении происходит. Ну и так, в общем, достаточно грамотная дядька в бодибилдинге. Может, что-то кому-то подскажет. С вами был Иван. Всем пока.